Всем привет! Сегодня лайфхак от компании Paravis. Мне лично данный лайфхак зашел, поэтому записываем видео, чтобы все могли насладиться удобством данной ситуевины. Все знают, что новый кайт продается в концертине и растроповкой концы вдеты вот в такие штучки, чтобы концевики не запутывались. И поэтому эту штучку можно использовать в дальнейшем. Вот записываю дальше на вторую камеру, чтобы это можно было видеть. Сейчас раскроем, покажу, как все это делается. Производителем кайтов заявлено, что купол может использоваться отдельно от планки Paravis, так как любая планка, даже от надувастика с равными стропами, подходит к применению. Зачастую после пользование парафойла без потом планки, которая отвязывается, происходит вот такая штука. Хотя каждый миксер связывать отдельно правую и левую сторону. Но вот происходит что-то такое. Тем более, если уберется в каком-нибудь неправильном положении, можно потом потерять лишние минуты, а иногда часы для распутывания строп. Что же предложил наш уважаемый Алексей Круглов и сказал, что это великолепно. Давайте попробуем. Значит, 2, а можно и 4 использовать вот этих желтых кончика для дальнейшего использования, если вы отвязали планку от кайта. Здесь, как вы видите, в концертине у нас чехол для планки. Вот. И к нему мы концы эти и продеваем. Дело занимает в течение 2 минут. А может быть и меньше. Я снимаю это все на камеру, поэтому, возможно, волнуюсь. Так. Итак, 2 кончика закреплены. Все видно на видео. И теперь, чтобы не запутались у нас в дальнейшем наши стропы, берем 2 левых кончика и 2 правых, крепим в левую и правую сторону растроповки парафойла к мешку концертины. Если, как я говорю, что используете планку отдельно, как это использую я, потому что планок на всех не хватает, и иногда приходится использовать планки других производителей. Итак, на таких узлах концертине растроповка хорошо закреплена, кайт упакован, и я надеюсь, что теперь намного меньше времени займет время распаковки и подготовки кайта к полету. Всем хороших выходных, больше ветра, кайт-школа, кайт на ура, Андрей Нарубин. Всем удачной каталки!